Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, այսօր մեր զրուցակիցն է Հայկի քաղաքակրթական խորհրդի ներկայացուցիչ պարոն Լևոն Բեկլարյանը։ Մեր այսօրվա զրույցը կլինի լեզվի շուրջ, առավելապես հայոց լեզվի շուրջ։ Խոսենք տարբեր հարցերի մասին։ Պարոն Բեկլարյան, ասացեք, խնդրեմ, ինչ դեր է խաղում հայոց լեզուն մեր կյանքում, լեզուն ընդհանրապես մարդու կյանքում և առավելապես հայոց լեզուն հայ մարդու կյանքում։ Спасибо за ваш очень ёмкий вопрос. Он, конечно, сложный, но мы давайте попытаемся хоть как-то приоткрыть немножко завесу над этим. Язык вообще – это, по сути дела, фундаментальная сущность человека и человечности. В языке заключено всё. По языку, по его внутренней конструкции, по, так сказать, динамике ее развития, можно, так сказать, построить образ всего социума. Это очень важная вещь. Давайте обратим на такую очень важную вещь. Вот как вы думаете, вот информация, которая сохраняется, так сказать, вокруг нас, она наиболее хороший носитель, адекватный носитель. Какой из них? Ну, древние люди там писали на камнях, там, изображения производили. Оно действительно через столетия к нам пришло. Но эта форма сохранения такой информации, она является, она весьма, так сказать, мелоконичная и, самое главное, ограничена. Ну, они там нарисуют одного козлика, там, изобразят одного животного. А вот такое многообразие переживаний, которые происходили, оно не передается. Теперь перенесемся в наше время. Вот за последние 40 лет, которые мы с вами прожили, стремительное, так сказать, было развитие всего, и в частности, скажем, технологии, связанные с сохранением информации. Вот вы помните, были патефоны, да? Вот теперь, ага. вот представьте, вы на чердаке нашли, так сказать, огромное количество, так сказать, записей, сделанных на патефоне. Вы же его не можете воспроизвести. Нет патефона самого. И, понимаете? То есть фактически вся та информация, которая была на патефонах, она отрезана от нас. Это же были первоисточники. Или то же самое, помните, появились пластинки такие, мягкие пластинки. Сейчас тоже невозможно их воспроизвести. Появились потом всевозможные там записывающие устройства в магнитных лентах. Они тоже исчезли. Понимаете, вот в чем дело. Вот в чем дело. Вопрос заключается в том, что что означает сохранять. Это означает в полном объеме суметь передать. Но если сумели эту информацию, там, которая была на патефонах, этих, перенести на новые носители, сохранить, слава Богу. А если нет, она потеряна, безвозвратно. И вот если мы все это, так сказать, сопоставим, мы видим, что самый мощный носитель, самый емкий – это язык. Он через века сохраняет все. Понимаете? Он сохраняет всю информацию, всю полноту, всю историю. И поэтому значимость языка колоссальна. Колоссальна. И в частности такой тенденция упрощения языка, которая происходит за последние десятилетия, это преступление. Нельзя его упрощать, потому что он является той емкостью, который фактически является нашим отражением за многие века. И в частности, по поводу армянского языка. Он один из древнейших языков, древнейших. И понятно, что исходная информация о развитии человечества находится в нем. Մենք կարող ենք ասել, որ հայոց լեզվում բառերը կրում են տիեզերական իմաստ, այսինքն կապված են… Конечно,
Вы понимаете, нас, так сказать, учили такого, ну, более такой примитивный был взгляд, так сказать, на Вселенную, на жизнь, на Земле и так далее. Нас учили, что, вы знаете, вот языки появились, потому что, так сказать, трудно было, языки появились, потому что надо было записывать какие-то былины и прочее, прочее, прочее. И как этап развития. На мой взгляд, все наоборот. Письменность, я имею в виду не языки, а письменность, я ошибся. Письменность возникла как... ответ на деградацию, которую подвергалось человечество. И сам язык более мощного инструмента сохранения, передачи знаний, умений, навыков, информации нет, чем язык. С человечеством произошла очень трагические вещи. И оно стало деградировать. И умные люди, это жречество, они понимали, чтобы сохранять, надо создать некие, пусть мертвые, но формы сохранения знаний. И такая мертвая форма сохранения знаний – это было изобретение алфавита. Так что изобретение алфавита – это было, скорее всего, реакция на ускоренный процесс деградации. А не наоборот. А не реакция, так сказать, развития. Սասունցի Դավիթ քոչրավ հասավ մեզ, շնորհիվ եմ բանի, որ վերջապես գրի առան։ Սասունցի Դավիթ, հասնա ծառեր է։ Այո, այո։ Так вот, на самом-то деле язык, особенно сохранение и восстановление в полноте древнейших языков, каким является барбар. Это есть не просто так этнографическая ценность. А это есть ценность восстановления знаний, которые заключены в них, о Вселенной. Потому что в самом языке, когда даровали небеса язык человеку, они давали, так сказать, не просто биологический там, инструмент. Она целостность из себя представляла система знаний. В нем языке. Все это содержится. На сегодня мы как ученики даже не первого класса, а как в детском садике. Отдельные слова расшифровываем и удивляемся, так сказать, гигантской содержательности этих слов. А это не так. На самом деле внутри языка заключались все знания. И это было естественно. Люди все мыслили так. Понимаете, это была высокая цивилизация, высокая культура. В рамках языка передавалось, развивалось знание и прочее, прочее. А потом произошла вот некая катастрофа, которая привела к этой деградации. И вот мы сейчас, на сегодня, мы пытаемся с помощью системы формальных знаний, пытаемся восстановить отдельные куски наших представлений о Вселенной. Поэтому проблема сохранения и восстановления в полноте языков, особенно древнейших, является фундаментальной задачей. И одна из таких фундаментальных задач стоит перед армянством. Это сохранение и восстановление всей полноты знаний в нашем языковом ряде. Это грамар и современные языки. Восточно-армянский и западно-армянский. Вот в чем дело. Շնորհակալություն. Այդտեսեք բոլոր լեզուները, աշխարհի բոլոր լեզուները դինամիկ զարգացման մեջ են. Այսինքն կյանքը փոփոխվում է, նորություններ են առաջ գալիս, մարդիկ բարեր են մտածում այդ նոր երևույթը նկարագրելու համար, հա? Օրինակ վերցնենք, եթե համակարգիչ բառը հայերեն հնչում է որպես համակարգիչ, չէ՞, բայց մնացած ամբողջ աշխարհը ասում է computer, ամեն դեպքում։
Մեր լեզվում համակարգում բառն է ընկած հիմքում, համակարգել։ Մենք համակարգչով ամեն ինչը համակարգում ենք։ Աշխարհը հաշվում է, compute։ Հա՞։ Տարբերությունները։ Իսկ կարելի ասել, որ լեզվի զարգացումը վերում է որոշակի իմաստի կորստի, այսինքն ըստ էության դեգրադացիայի ավելի շատ, որովհետև եթե մենք նայում ենք այսօրվա աշխարհաբարը եւ նայում ենք գրաբարը, մենք միջև չենք բացում Աճարյանի բառարանը, չենք կարդում ամեն մի բառի արմատական բառարանը, չենք գտնում ամեն մի բառի արմատի իմաստը, չենք հասկանում, թե մենք ինչ ենք խոսում։ Да. Да, конечно, вы понимаете, первичные языки, я еще раз, так сказать, вернемся, первичные языки, они же вот слова, слова же возникали не просто так. Слово несло ровно ту нагрузку, ту информацию, во имя чего оно возникло. То есть, произнеся слово, вы уже произносите его значение. А в современных языках, многообразие языков, к сожалению, есть что? Очень много слов, которые, так сказать, получили, так сказать, извне, уже потеряв смысл. И этим, с одной стороны, это есть как бы обогащение, потому что, ну, скажем, условно, слово «компьютер» в каком-то языке не было, а вот теперь он появился. С одной стороны, это как бы обогащение, а с другой стороны, оно жестко сфиксировано вот с тем, так сказать, процедурой, так сказать, вычислений, которые есть. Больше ничего. То есть здесь поэтому, и я еще раз скажу, это то, что слова, они имеют свой источник, первичные значения, причем неоднозначные. Не одна, там есть много, целые, есть слова отдельные, которые имеют десятки, так сказать, своих обозначений. Обозначают десятки понятий. Вот в этом их богатство, в этом их смысл. А когда мы все это соберем вместе, то получим мы полную картину Вселенной. Она там записана. Надо просто эту книгу прочитать. Այսինքն մենք ունենք բարբարներ, հայերենը հարուստ է բարբարներով, հա, մոտ 60 բարբար, որ եկել պատմության ընթացքում խտացել է այս մի փոքր Հայաստանի մեջ, բայց բարբարները պահպանվել են, այսինքն երկու գյուղ իրար կողք տարբեր բարբարներով են խոսում, կամ նույն բարբարի տարբեր դրսևորումներով, որոնցում շատ հաճախ մենք հանդիպում ենք բառեր, որոնք ժամանակակից հայերենում մենք չենք հասկանում, գրական հայերենով մենք չենք հասկանում։ Ինչ եք կարծում, ինչքանով է հրաժեշտ ուսումնասիրել, ասենք, դպրոցական հասակից սկսած, կամ թեկուզ, չգիտեմ, նախադպրոցական հասակից սկսած ուսումնասիրել բարբարները, որովհետև մեր բարբարներում շատ հաճախ պահպանվել են գրաբար հայերենի բառեր, որոնք այսօր չկան, կորել են, կորսվել են ժամանակակից գրական հայերենում, որն էլի արհեստական ստեղծվեց, չէ՞, արևելյան հայերենը արհեստականորեն ստեղծվեց։ Да. Да, конечно, с одной стороны, в диалектах, так сказать, есть отдельные целые фрагменты диалекта, которые сохранили именно только там, сохранились первичные смыслы. А с другой стороны, диалекты это как мутация. Диалект как мутация. Вот в биологических системах мутация идет, она и по какому принципу идет? Потому что биологическая система пытается всегда поддерживать свою устойчивость. Она должна быть многообразна, чтобы иметь устойчивость. Потому что какие-то линии у нее отмирают, какие-то линии становятся неустойчивыми по отношению к внешней среде и так далее. Точно так же и язык. Диалект – это является реакция на изменяющуюся внешнюю среду, и они по тем или иным причинам начинают мутировать, зато сохраняя первоисточник. Поэтому они имеют свою, так сказать, двоякую ценность. Одно – сохраняется, так сказать, архаичность, которая была, а с другой стороны, они демонстрируют путь развития этого социума. Почему они поменяли? Вот почему диалект появился? Это же не просто так.
Вы же понимаете, сейчас очень модно в этом в изучении языках, там есть такая прием, это огласовка. Вот в древних языках, в древних алфавитах, как правило, не писали, писались только согласные буквы. Согласные. Да. А гласные буквы при чтении произносились. И очевидно, что возникли, так сказать, целые кластеры. В одном месте произносились такие гласные, а в другом другие гласные. И это приводило, и эта процедура называется огласовкой. Так вот, сейчас существует целый поток жульничества языкознаний, так сказать, вот эти огласовки. А почему так по огласовке? Почему так читались? Это же была целая огромная причина социального значения. Потому что жили в этой местности, условия были такие, то, другое. Пришли люди, которые принесли некие понятия. Они их произносили так, поэтому они посчитали, что это очень полезная вещь, восприняли. Это все вот только в такой цепочке. А так называемые горе-исследователи, которые изучают, по их представлениям, что древним нашим предкам нечего было делать. Они на сеновале сидели и начинали огласовками друг другу передавать слова. Говорят, так хорошо нет, давай по-другому скажем. Это не так было. Жизнь создавала язык. Жизнь создавала язык. Вот. Поэтому это, к этому всему надо относиться очень серьезно, очень тонко. Это такая тонкая материя, требующая очень тщательного изучения. То же самое, как сейчас появился уже полный, так сказать, поток жульничества генетического анализа. Это уже стало полем такого просто тотального жульничества. Абсолютно так же. Поэтому ко всему надо относиться очень-очень серьезно. Ценность есть и в том, и в другом. Но надо изучать и смотреть, где что расположено, а где что требует исправления. Поэтому нам очень важно в армянском мире это восстановление ареала Грапара. Вы понимаете, если мы посмотрим в нашем Ашхарабаре, но в современных языках, мы, по сути дела, имеем информацию, которая записана в Грапаре, не больше, чем 1%. Вы представляете, 99% системы знаний, которые, так сказать, обладали наши предки, мы утеряли. Мы обокрали сами себя. Поэтому все это требует восстановления. Это гигантская национальная программа, которая должна действовать, возникнуть на территории армянства, в ареале армянства. Это очень важно. Ճիշտ ասած մի բան ասա մտքովս, մեր քրմերը կոչվում էին իմաստասերներ։ Եվ դասավանդում էին գրագետ էին քրմերը։ Դասավանդում էին քրմերը, հա, պետականության կորստի ժամանակ, երբ ունեին արդեն եկեղեցի ու նոր կրոն, եկեղեցին էր հանդես գալիս որպես լեզվի պահպանող, որպես դպրոց եւ այլն։ Իմաստասիրության դասը վերականգնելը կօգնի որպեսի նոր սերունդը գոնե հասկանա հայոց լեզվի իմաստը, վերականգնի ան ձերասած արիալը, վերադառնա դեպի իր արմատները, իր ինքնությունը, իր էությունը։ Այո, конечно, обязательно. Именно так и надо. Именно смыслы надо восстанавливать. Смыслы. И самое главное, не за счет чего-то. Это обычно там всякие такие революционные вещи, я помню, 90-х. Надо, так сказать, расширить ареал армянского языка, так, закрыв это. Не надо закрывать. Наоборот, надо расширять. Потому что в армянском ареале они, дети, окончив десятилетку, должны знать 5-6 языков. А то и больше. Вот как надо развивать. И включая обязательно грапар. Обязательно. А по поводу грапара,
Это вообще должно существовать очень жесткое правило. Люди, которые хотят занять определенную социальную нишу, обязаны это знать. Потому что не могут безграмотные люди управлять страной. Не могут. Грамотность – это первая необходимая ступень, которая должна быть для управленца. Вот такая, так сказать, национальная должна быть идея и программа. Ժամանակին կար նման գաղափար, որպեսզի դպրոցներում ուսումնասիրեն գրաբարը։ Վերջին ժամանակներում։ Բայց ինչպես շատ ուրիշ զարգացման ծրագրեր, մնաց օդի մեջ, մնաց կիսատ, բայց ինձ թվում է մենք պետք է այս հարցը պարբերաբար բարձրացնենք ու փորձենք առաջ տանել նման ծրագրերը անցկացնել, որովհետև եթե մենք մնացինք կիսագրագետ, գոնե մեր երեխաները հասկանան, սովորեն, իմանան մեր լեզվի խորությունը ու հասկանան ինչ են խոսում, իրենք իրենց ասածը գոնե հասկանան։ Да, это обязательно. И вы знаете, вот один из шагов может быть, например, в ближайшем будущем открытие таких школ университетских, где детей учат по 15-20 лет. По 15-20 лет. Скажем, в таких центрах, как Амарас, это университет 5 века, и в Гладзоре, это университет 7 века. И вы знаете, ежегодно там должны обучаться в каждом из них по 100 человек. Больше не надо. 100 человек. И вот выпуск, и их выпускать в мир. Вы знаете, физики хорошо знают, когда хотят сделать новый кристалл, самое главное сделать первую молекулу. Значит, такое атомарное облако. И вот основная энергия вся, 90 с лишним процентов энергии, идет на создание первой молекулы. А потом удивительная происходит вещь. В природе существует принцип подобия. Вся атомарная эта масса выстраивается по принципу этого первого кристалла. Так вот, выпускники этих центров должны существовать вот такими точками кристаллизации в армянском мире. Вот для чего нужно. Да, это так. Ну, а то, что армянский язык, так сказать, слова армянского языка, они обязательно смысловые. Смысловые. Вот, мне кажется, самый, так сказать, ну, такой удивительный пример такого немножко и комичного типа, это когда в 19-м, начале 20 века появился такой продукт, как макароны. И вот его значение в армянском языке, никто же не в армянском языке, оно же как? Еркара клора хлорацак. Понимаете, суть этого продукта, она должна быть, язык построен по такому принципу. Слово должно означать свою суть и больше ничего. Это немножко смешно, но зато очень поучительно. Հա, կատակներ պատտվում են այդ փոխառությունների շուրջ, բայց իրականում հայոց լեզվում ամեն մի բառ ըստ էության պետք է ներկայացնի իր երևույթի էությունը։ Конечно, конечно. Безусловно, именно так. Ու հետաքրքիր է, որ լեզվի պատմություն անցնելով, ես անգլերեն լեզվի պատմություն անցնելով, ես այդ նույն երևույթը անգլերենում չեմ նկատել։ Ռուսերենում չեմ նկատել։ Համեմատական լեզվաբանության մեջ նմանությունները հայերենի հետ վերել են, բայց հայերենի բացատրությունը կա բառի, իսկ անգլերենի, ռուսերենի մեջ չկա։
Միգուցե ուրիշ լեզուներում կա, ես չգիտեմ, բայց ամեն դեպքում մենք էլ այդ փոխառությունները անթա թարգմանում ենք, չէ՞։ Այո։ Այո։ Нет, мы не переводим, а мы их наполняем исходной сущностью. Схарвети, а ոչ թե թարգմանում ենք, այլ տալիս ենք էության իմաստը, նկարագրական են բառերը։ Այո, այո, այո։ Вот так. Так что это очень важно. И вообще, это самое базовое. Это самая базовая вещь – язык. Все остальное – это так, является следствием. Язык, он действительно является фундаментальнейшим сущностью для социума. Его развитие и путь его развития, он полностью описывает сущность этого социума, его возможности, пути его развития и его будущее определяет. Поэтому это является не просто там, так сказать, изучить азбуку, почитать книжку. Нет. Нет. Это называется погружение в собственную сущность. И оно должно строиться по такому принципу. Քան մեզ արդյունքում հսկայական աշխատանք է սպասվում։ Հսկայական։ Մենք չծուլանանք, սովորենք, սովորենք ու սովորենք անկախ տարիքից։ Սրշանավերն։ Հանապես վերադառնանք մեր էությանը, մեր արմատներին, մեր ինքնությանը։ Դա, դա, դա։ Եվ ինչ ենք ասում, երբ խոսում ենք։ Սրշանավերն։ Շնորհակալություն, պարոն Բեկլարյան, շատ հետաքրքիր մեկնաբանության համար։ ԿԳՄՍ-ին պետք է ծրագիր ներկայացնել։ Այո։ Ուղղությամ։ Շնորհակալություն։ Спасибо вам за вопрос։ Ու ելի կունենանք հետաքրքիր զրույցներ մեր լեզվի մասին։ Спасибо։